Лариса! Не с места! Ну-ка! Ну-ка, деньги давай! Деньги в сумку! Живо давай! О, ой, спаситель! Холодник! Открывай сейф! Или ты труп! Пожалуйста, не убирай, только по-братски не убирай. И не гори. Все то же самое, только тихонечко. Все. Все, ну-ка, понимаешь, понедельник, 9 утра. Вчера был корпоратив, ну, спали прямо здесь. Да я молю о смерти. На, бери. На пиво только оставь, если ты крещенный. Это что, прикол такой, а? А что там? Это невозможно. Коллеги! Мишаня! Иди сюда, смотри! Вот! А! Нету ничего! Полумра, Леха, люди! Какая крыса деньги слямзила из сейфа! 20 лямов! А? Может, это мы сами их прогуляли? Может, мы звезду какую позвали? Я помню, мы под отпетых мошенников танцевали. Если бы мы отпетых мошенников позвали, то от 20 миллионов осталось бы ровно 19 миллионов 993 тысячи. Миша! Миша, думаем! Мы же не могли пропить столько денег. Вы что, ребята? Или могли? Товарищи банковские работники, мне что делать, а? Брат, мы же сами в замешательстве, ты видишь. Ну, сейчас мы будем вспоминать. Сейчас. Спокойно. Просто давайте вспоминать. Лешенька. Леша, сыночек. Лешенька, скажи, у тебя у одного доступ к сейфу. Ты открывал или нет, а? Помню, бутылку открывал. Так. И все. Дальше тишина. Пожалуйста, только не волнуйтесь. Мы сейчас во всем разберемся. Сейчас. Ребята, вы давайте вспоминайте побыстрее. А то, знаете, часики туда-сюда, полиция сейчас приедет. Или я вас это сейчас, ребят, знаете что? Я вас это просто сейчас застрелю. Ты знаешь, что с нами начальник сделает, когда узнает, что мы 20 лямов протанцевали? Да за твой вариант здесь драться будут люди. Сейчас, ребят, давай-то, давай. Мы скажем, что это ты нас ограбил. Ты. А мы тебе. А мы тебе. Смотри, смотри, смотри. Вот. Нашим девочкам любимым откладывали на 8 марта. На! Бери! Вы что хотите? Чтоб я в тюрьму сел из-за абонемента в фитнес? Ну вы банкиры! Ну вы дебилы! Галочка, коллеги, а это Галина, это супруга моя любимая. Ничего не потеряли, банкира Хренова? Посмотри. Галя, золото ты мое родное. А как же они у нас заказали, Галка? Ты вчера принес, сказал, пусть полежат от греха до утра. А? Видали? Вот, поэтому я здесь старший кассир. А это твои вещи. В смысле, Галечка, а зачем это? А ты вчера еще девку какую-то приволок, сказал, пусть полежит от греха. Ты утром заберешь. Что-то я смотрю, что бухгалтерши нету. Галенька, ты все не так поняла.